Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся строить углы при помощи транспортира. Итак, чем хороши прозрачные транспортиры? Их можно начинать строить угол с этой стороны. И если перевернуть, можно начать строить угол с этой стороны. В зависимости от того, какой вам начертили чертеж. Итак, первое наше задание – построить угол ABC равный 65 градусов. Значит, запомните раз и навсегда, любое построение начинается с того, что вы строите отрезок. Итак, нам нужно построить 65 градусов. Вы положили линейку, и вы видите, что у вас 0 находится с этой стороны. Значит, луч идет вот в эту сторону. Перевернули линейку. Так, чтобы, когда вы приложите точку к серединке, вот видите, она попала в перекрестие. Так, секундочку. Получилось, что у нас 0 идет с этой стороны. Вот, очень аккуратненько. И пошли отсчитывать. 10, 20, 30, 40, 50, 60 и 65. Далее мы с вами просто соединяем две точки. Получили угол А, Б, С. И этот угол равен 65 градусов. Значит, теперь давайте мы построим с вами в другую сторону. Пускай это будет угол МНК. И пускай он будет равен 93 градуса. Давайте я построю луч, который будет идти в эту сторону. Итак, значит, что мы с вами видим? Мы видим, что 0 у нас будет находиться вот с этой стороны. То есть я перевернула линейку так, как мне удобно. Итак, приложили транспортир. Видим, что наш луч четко проходит через 0. И начинаем отсчитывать от 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 93 градуса. Поставили засечку. Эту засечку соединили с точкой. Подписали в любом порядке. Хочу тут М, хочу тут. Ну вот в данном случае М, Н, К. То, что стоит посередине, это всегда сам угол. Дело в том, что угол мы можем обозначить также одной буквой Н, и он тоже будет 93 градуса. Спасибо за внимание.